Всем здорово, друзья! Вы готовы бояться вместе со спикером? И сегодня мы поиграем в Dead by Daylight. Вы просили какой-нибудь ужастик, и сегодня будем бояться и убивать выживших. Да, сегодня хочу поиграть за убийцу, посмотреть, на что он способен, какие есть ловушки и вообще, страшно он или нет. У нас есть 4 выживших, которых нужно поймать, насадить на крюк и просто их уничтожить, истребить. А мы сегодня выберем, наверное, первого. У нас, получается, есть охотник, призрак, деревенщина, медсестра и охотница. И есть даже Фредди Крюгер, которого можно, конечно, прикупить и поиграть в роли Фредди. Это реально круто. Если вам понравится, я прикуплю, и мы посмотрим, на что способен Фредди. Можно также прокачать персонаж. Я поиграл в эту игру. У меня есть бонусы 143 тысячи, и реально можно прокачаться намного круче. Но пока что не будем прокачиваться. Посмотрим, на что у нас способен стандартный персонаж. И давайте подберем внешний вид. Есть внешний вид, есть разные маски, которые, конечно, можно подобрать. Но такая реально страшная. Так, можно даже остальные посмотреть. Ну, давайте вот такую самую страшную. Это горящие глаза. И можно также выбрать холодное оружие. У нас есть тесак, у нас есть орудие боли. А, кстати, какие у нас способности у охотника? У охотника есть капканы, которые есть в начале уровня одна штука. Хорошо, создаем лобби, и начинается много боли и страдания. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать. Ну что, друзья, начинается наша первая охота, и посмотрим, насколько у нас способен охотник поймать всех, и насколько я крутой охотник. Ребята, вы где? Реально, мне нравится эта игра, потому что атмосфера здесь реально крутая. Есть, конечно, еще пятница 13, я хотел ее тоже посмотреть, но как-то втянулось мне в это. Так, ну что, у нас есть, в принципе, генераторы, которые нужно охранять, чтобы ребята не запустили. 5 генераторов, и тогда открывается ворота. Но сперва нужно открыть ворота, а тогда они смогут убежать. Мы, конечно, этого не допустим, мы поймаем одного, насадим на крюк и будем примерно такой тактики придерживаться. Кажется, я уже слышу, как ее ремонтируют. Прям за углом ремонтировали. Можно поставить здесь уже ловушку и подождать, кто-нибудь лопудово сюда подойдет. Ну что, капканчик? Будет много боли. Ребятишки, куда вы спрятались? Ку-ку. Здравствуй, мой друг, иди сюда. Пойдем на крюк, как получилось удачно. Это просто интуиция. Ну что, мой друг, идем на крюк, мы тебя посадим на крючок и будешь сидеть. Мне нужно, по идее, взять один капкан и поставить возле него. Ну что, ждем твоих друзей. Будет много боли. Я чувствую уже запах смерти. Мурашки бегут по моему телу, но я играю за жертву. Их много, их 4. Они должны помогать друг другу. Я пока что не вижу. Я вижу, есть капканчик неподалеку. Его можно, в принципе, взять. Так, я маленько отойду на 5 секунд, возьму капканчик, и я вернусь за тобой. За твоими дружками тоже. Как-то не спешат тебя спускать. Так, наверное, установим прямо вот сюда, прямо перед тобой, чтобы ребята твои наткнулись. Один генератор уже запустили. Чудненько. Так, кажется, видел движение какое-то. Или мне просто показалось. Ждем твоих друзей. Они точно должны быть где-то поблизости. Подождем маленько, покурим. Давай что, вздыхай, вздыхай уже. Твоих друзей пока что я не вижу. Так, уже запустилось. Ох, май га, уже 2 генератора они починили. Хорошо, наверное, пойдем другим генератором, потому что это... Это полная варежка. Это полная варежка, потому что я теряю времени. Мне нужно найти будет остальных. Либо показалось, либо что. Тебя не хотят спускать отсюда? Ох, мой друг, не позавидую я тем друзьям, которых я поймаю и нахо сажу на крюк, иди сюда. Это, походу, бил, и он походу, отвлекает маневр. Ох, ты точно. Иди сюда. Разбежались все, кто куда. У него осталось слишком мало времени, потому что жизни у него мало. Прям за углом должны быть ребята. Они все разбежались. Они просто испугались, даже не попытались тебя снять. Ты уже не жилец, и ты уже, походу, покойник. Либо мне показалось, либо кто-то здесь был. Походу, мне реально здесь показалось.
Так, ну чувак уже мертвый, это точно. И ищем остальных ребятишек. Кстати, капкана обезвредили. А вот он спрятался куда. Иди сюда, моя хорошая. Так, у нее есть аптечка. И, конечно, мы сейчас будем выманивать ее. Она убежала в другую сторону. Прям за дерево. Оп. Иди сюда, первая, вторая жертва уже прям перед нами. И сейчас мы ее поймаем. Буквально чуток еще. Ох ты, да. Вторая жертва есть, и осталось тренинг генератора. Пока что идет очень неплохо. Мы взяли вторую жертву и будем насаживать на крюк. А где-то поблизости у нас есть крюк, чтобы удобно было насаживать. Вон туда, прям костерчику. Сейчас, моя хорошая, мы посадим тебя на крюк и... Да будет жертва. Секундочку, это был не крюк. Вот наш крюк. Вот твой крюк, моя хорошая. Сейчас скоро мы тебя посадим на него. Хорошее местечко. Ах ты жесть, она вырвалась. И решил куда-то спрятаться. Ку-ку. Реально снова повезло. Ну-ка иди сюда, снова на крючок. Обалдеть, как мне нравится эта игра. Мне нравится играть до маньяка. Откуда в глубине души я маньяк? Погромче кричи, чтоб остальные у тебя точно услышали. Мы поставим, наверное, здесь капканчик, а у нас нет капкана. И я не прихватил капканчик. Это, конечно, плохо. Это худо для тебя. Так, еще один. Осталось вот два генератора. Твои друзья не очень дружелюбны, поэтому дело пока что очень плохо идет. Не в мою сторону. Так, уже 50% жизни. Она уже практически не жилец. Ну, можно, в принципе, отойти, взять капканчик. Вон тут есть неподалеку. И вернуться обратно. Оп, взяли. Вернемся обратно. Ребята к нам не подбежали. Она пытается сопротивляться уже. Она понимает, что все уже. Она мертва. Но ничего страшного, осталось буквально чуток, и она уже практически мертвая. Может, поможем ей? Не знаю, помогает это или не помогает. Так, походу, нужно уже выдвигаться дальше, потому что друзья не прибегают и даже и не думают об этом. Все, ей уже хана. Ей точно уже хана, а нам нужно двигаться дальше и искать следующий генератор. Ну что, генератор готов, и я бегу в эту сторону как раз. Остался последний генератор, и мне нужно найти хотя бы еще одну жертву. Так, куда он делся сразу же? Вопрос стоит, куда он делся. Это у нас не чинит. Этот не чинит, осталось у нас, походу, два генератора. Три генератора осталось, и починить всего лишь один. Конечно, будут найти. Сложно, слишком далеко не раскинуты. Куда вы спрятались, ребята? Нужно поставить капкан был на том и пойти уже к тем. Сейчас так и сделаю. Хотя бы еще одного точно нужно будет поймать. Так, нужно установить. Вот, установим. Прям сюда. Так, все, выдвигаемся. Этот мы заберем и выдвигаемся на те. Там осталось всего лишь два генератора. И точно один из них чинит уже. Это у нас не гудит, значит, чинит у нас где-то вот этот. Прям в центре где-то. Здесь тоже тишина. Что ж такое происходит? Поставим здесь ловушку и вернемся обратно. Так, чудесно. Вернемся обратно. Куда же ребята затаились? Они, в принципе, не очень далеко находятся, генераторы. И мы сможем, конечно же, если что, бегать между ними. Ох, я слышу, он чинит его. Да, он чинил, можно, конечно, обезвредить. Маленько повредить. Куда вы, ребята, скрылись, но? Вот он стоит же. Или показалось? Нет, нет, ползает, ползает. Оп, промахнулся. Ничего страшного, бегал, подзинялся. Сейчас мы тебя догоним. Сейчас мы тебя догоним, конечно же. Так, жесть. Как же не люблю эту сценку я. Так, убегает, убегает, ничего страшного, мы опередим. И убегает, походу, в центр. Так, налево, налево убежал, что ли? Он пригнулся, что ли? Ну, хорошо, вернемся к другим генераторам, потому что нужно будет посмотреть другие, как они, чинят или не чинят их. Маньяк снова на охоте. Так, у нас получается, этот не чинит, значит, все-таки они направляются именно к тому генератору и его пытаются дочинить.
Мы вернемся, конечно же, туда. У нас, по идее, там есть капканчик, но все-таки как-то не очень-то получается. Так, снова можно. Да, можно снова. Они пытаются его починить его. Мы, конечно, дело уничтожим и будем искать где-то здесь. Куда-то скрылись, ребята. Капкан даже не помогает. Нужно поставить второй капкан. Так, вижу, есть капканчик неподалеку. Вот он, мой друг, иди. Ах ты жесть. О, как тебе повезло-то. Тебе чертовски сильно повезло. Эх ты жесть. Сам поставил капкан и сам в него попался. Так, проверим генератор. Починка не занимается, походу. Они пойдут другому генератору. Это точно. Нужно уходить отсюда. Куда ребята подевались? Так, можно пройти. Но тут его, походу, не чинят. Все-таки чинят последний тот. Какие шустрые ребята-то. Наверное, обойдем с другой стороны. Обойдем с другой стороны и прямо отсюда. Да черт с два. Так, пытается и тут починить еще. Ну-ка, маленько попортим-то дело. Движение пошло какое-то. Секундочку. Тук-тук. Есть кто-нибудь? Здесь никого нет. Хотя бы одного поймать, и тогда будет гораздо проще. Гораздо проще будет с одним уже справиться. Тук-тук. Есть кто-нибудь? Здесь никого нету. И даже не пытались его починить. Значит, ребята перешли уже на другой генератор и пытаются починить другой. Есть еще в центре, конечно же. Так, здесь никого нету. И все-таки пытался починить. Так, попортим. Это дело попортим и снова постучимся. Тук-тук, никого снова нет. Черт возьми. Ребята, вижу, опытные и умные. Я, в принципе, не очень-то играл в эту игру. Но я вижу, опыт у них есть. Где у нас капканы? Мне нужно взять капканчик и поставить куда-нибудь вот сюда. Шустрые ребята. Так, вернемся обратно. Но там, походу, они все-таки перестали чинить и перешли на другой. Нет, все-таки его тоже чинят, пытаются. Маленько попортим. Да черт возьми, куда ж подевались-то? Можно, маленько, конечно, подождать, но кто знает, может, они видят меня. Особенно у меня маска. Очень... О-о-о, вот наша жертва! Это Билл, и мы бежим за ним. Ну что, поймаем тебя, надеюсь, не успеет починить. И как раз... Промахнулся. Нет, не промахнулся. Прям за углом. Куда делся-то? Влево-вправо, черт возьми, куда он делся реально? Так, я вижу, какой-то был шум по ту сторону. И Билл у нас ранит. Где-то прям тут-то. Шум был, а я никого не вижу. Хорошо, вернемся обратно к генераторам, потому что слишком далеко я от них отбежал. Так, так, маленько заблудился. А вон там генератор. И вон там генератор. Вон там стопудово чинит. Один занимается другим, а другой занимается другим генератором. Да, вижу, лампочка пытается загораться и уже практически починил. Тут у нас еще никого нету, осталось буквально чуток. Маленько попортим, конечно, это дело. Тук-тук, есть кто-нибудь? Нет никого. Мне нужен капканчик. Мне нужен капкан установить, и тогда смогу поймать. Ух ты жесть. Меня реально напрягает, потому что остался последний генератор, и мне хочется поймать этих выживших. Тоже пытается что-то загореть, но пока что тут тихо все. Вернемся обратно к этому, и точно он чинит его. В центре они точно не будут начинать чинить, потому что они будут заканчивать дочинивать этим, который уже есть. Какие неугомонные. Он реально где-то рядом. Нужно сделать... Так, уже нельзя ему повредить. Нужно просто маленько отойти в сторону и подойти чуть-чуть позже. Вот примерно так. Сейчас найдем нашу жертву.
Какой-то дерзкий, выживший. И у нас снова его нету. Он где-то прям тут находится. Тук-тук, есть кто-нибудь? Здесь никого, черт возьми. Вы, ребята, шутите, что ли? Я всего лишь новичок. Это кто у нас тут? Заныкался, как хорошо там. Хорошее местечко нашел. Спору нет. Там у нас ловушка. Закрывай, закрывай. И я обойду с другой стороны. Куда делся? Никуда не денешься. Пойдешь на крюк, конечно, как миленький. Главное успеть довести до крюка, чтобы он не сорвался. Чтобы рыбка не сорвалась. Давай на крючок. Маленько повиси, отдохни. Отлично, он висит на крючке. И, наверное, ждем. Я даже не знаю, стоит ждать, либо не стоит ждать. Много жизни, и, конечно, будет страдать он очень долго. Бил, иди помоги своему. Может сбегать, конечно, до того генератора, но я не буду бегать. Я подожду Билла. Наверное, здесь. Прям здесь в дверях. Давай, страдай. Кричи громче. Наверное, все-таки придется сбежать туда, потому что он точно чинит тот. Пока что один висит, а он будет чинить его. Да, друзья, что я и знал. Черт возьми, нужно было все-таки бежать туда. Ну что, бежим к выходу. У нас есть два выхода. И побежим, наверное, вот сюда. Постоим, подождем. Пока Билл подбежит прям к выходу. Либо тут выход, либо вон там находится выход еще. Так, я вижу, он не бежит туда-сюда. Значит, что он пошел спасать своего, либо бежал другому к выходу. Нужно как-то опередить. Главное, чтобы меня не заметили. Давай, страдай. Страдай, мой хороший. Так, побежим еще к выходу. Если его здесь не будет, значит, он точно у другого выхода. Так, я не вижу у рубильника его. Я вижу только парочку ворон и больше никого. Хорошо, вернемся обратно и пойдем к тому выходу. А ты страдай еще, потому что осталось буквально чуток. Мы бежим к другому выходу, потому что он, видимо, хочет убежать, Билл. И тут его тоже нет. Его здесь тоже нету, друзья. У нас вот же два выхода, и точно где-то он должен проявиться. Давай, вздыхай. У нас последний третий умер, и остался четвертый Билл. Куда ж он делся-то? Двери закрыты, значит, точно он где-то здесь. Билл, ты куда делся? Черт возьми, он на выходе был! Прокачал охотника до 5 уровня и посмотрим уже в следующей серии, на что он способен, насколько он стал кровожаднее. Ну а с вами был Спикер и увидимся в других роликах. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока!